Чувашии стартовал очередной сезон ночной хоккейной лиги дивизиона 40+. 7 республиканских команд ветеранов-любителей начали борьбу за выход в финал, который пройдет в Сочи в марте 2016 года. Символическое вбрасывание шайбы провели глава Чувашии Михаил Игнатьев и прославленный советский хоккеист, олимпийский чемпион Владимир Мышкин. Вот уже 5 лет, как президент страны Владимир Путин положил начало всероссийским соревнованиям любительских хоккейных команд. Ночная хоккейная лига мгновенно приобрела популярность среди ветеранов. Не стали исключением и игроки за 40 в Чувашии. Я думаю, что это не только ветераны получают удовольствие, а это популяризация нашего вида спорта. С ветеранами приходят семьи, дети начинают заниматься хоккеем. Большое дело, это то, что как бы и задумал наш президент. Региональный этап соревнований в Чувашии пройдет на льду Чебоксары-арена. Первыми в борьбу вступят финалисты прошлого сезона – хоккейные клубы «Энергия 20 век» и «Динамо». Именно им посчастливилось сыграть шайбой, вброшенной главой республики Михаилом Игнатьевым и прославленным советским вратарем Владимиром Мышкиным. Сегодня я рад, что ледовый дворец востребован. Все это построено для жителей Чувашской республики, для наших гостей. Очень много будет команд здесь, очень много эмоций, энергии, ауры хорошие. Так что надо радоваться этому событию. Я хочу пожелать всем нашим хоккеистам побед. Последние 3 года путевку в Сочи завоевывали игроки «Энергии 20 век». Именно эти представители Чувашии сражались не только за главный трофей соревнований – Кубок ночной хоккейной лиги, но и за президентский грант на строительство Дворца спорта. В этом году команд-участниц вновь ожидает серьезная борьба. Уступать никто не планирует. У нас ночная хоккейная лига. После работы мы любители. После работы приходим на лед. От работы отвлекаемся. Нам это очень помогает в работе и в жизни, и в семье тоже. В свои силы, конечно, верим. Поэтому играем, выходим на лед, получать удовольствие, показать зрителям, чтобы они играли, тоже занимались хоккеем. Настрой у нас один всегда, мы выходим побеждать, иначе зачем выходить вообще на лед? Ребята все настроены положительно, хотят выиграть. И 4-й, 5-й раз у нас получается юбилейный. Хотим поехать. И в этом году, дай бог, если мы выиграем здесь, мы там тоже удачно должны выступить, я думаю. В первом из матчей победа вновь оказалась на стороне лидеров прошлого года. Встреча завершилась со счетом 3-1. Также в стартовый день соревнований команда «Армада» сумела обыграть «Спартак», и хоккейный клуб «Восток» склонил счет в свою пользу в игре против «Пламени». Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика.